И новости спорта. Реванш не удался. Хоккейный клуб «Лида» вновь уступил аршанскому «Локомотиву». Очередной матч экстралиги состоялся 8 января на арене Ледового дворца. Наши хоккеисты открыли счет, однако развить успех не смогли, пропустив 3 шайбы. Лишь на последней минуте встречи личане сократили отставание. Итог – поражение 2-3. Обе шайбы забросил Владимир Михайлаки. Напомним, в первой игре, состоявшейся в субботу, «Лида» уступила «Локомотиву» с таким же результатом, но в овертайме. В турнирной таблице наша команда располагается на 10-м месте.